Всем привет, ребята! Вы на канале Водопровод, канале без лишней воды. Речь сегодня пойдет о комплекте гигиенического душа. То есть вот он, комплект. Он крепится непосредственно к унитазу с помощью вот такой вот планки. Крепится под сидушку. Вот это, конечно, очень удобное новшество. И, собственно, немножечко о подключении. Подключается он с помощью шлангов 1/2 гибкой подводки. Значит, видите, здесь у нас два вывода, горячая и холодная вода. Холодная вода через тройник, потому что необходимо еще воду подавать на сам бачок унитаза. Вот. И через тройник подключение непосредственно к гигиеническому душу. Он сам выглядит как смеситель, к нему шланг. И выбирая, значит, с помощью педали необходимую температуру, какую-то среднюю, может быть, мы включаем гигиенический душ с помощью клапана. Вот здесь вот есть клапан. И таким образом, собственно, его используем. Удобная действительно вещь. И самое главное, достаточно простой ее монтаж. Есть также гигиенические души, которые предусматривают крепление через 15 см горячая и холодная вода и крепится как смеситель. Есть встраиваемые смесители. Но вот такое решение тоже достаточно неплохое и компактное. Ребята, кому окажется полезным это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!